сука, нелегка, блядь! Судьба сталкера, нахуй. Так, мы перешли на другую локацию, блядь. Говорят, здесь высокое напряжение. Нихуя себе, ну если кособедренные суставы уже летают туда, я верю. Что высокое напряжение здесь, я верю, блядь. Ебать, жопа летает. Нихуя себе! Чё за хуйня? Меня жопа жрет, блядь. На меня нападает жопа, блядь. Ебануться. Ебать, это что за нахуй? А, там чел мертвый. Я никак не могу понять, с какого хуя летает, блядь, кособедренный сустав, нахуй, нападает на меня. Блядь, походу здесь совсем все хуево. Да пошел ты нахуй. Мужик, как дело-то все произошло? Как получилось? Как так-то, блядь? Ёп. Что стряслось-то тут, блядь? Что тут было до меня, нахуй? Блядь, никто теперь не расскажет. Только летающая жопа. Так, нет. Так, ну, в общем, выход один, блядь. Выход — это вход. Сука. Что-то все тут, блядь, такое, нахуй, страшное, блядь. Ебать, блядь, ящики шевелятся, все шевелится, нахуй. Унитазы не полетят, нахуй. Не, унитазы вроде нормально. Мертвым грузу приросли, блядь. К своему месту положения, блядь. Я не вижу себя в зеркале. Блядь, ящики, походу, надо расстреливать, ну их нахуй. А то и они нападать будут. Как та жопа. Сука, все очень странно, пиздец. Ба, блядь, нихуя. Все раскурочено, щитки, блядь, все нахуй. Волосатые, блядь, проволоки. Да вы охуели, что ли? Летающие ящики. Нет, нездоровая хуйня. Опа, найти код. Кодовый замок. Есть лифтер. Там, наверное, и валялся лифтер. При входе. Сука, все какие-то, блядь, движухи нездоровые. Кто-то тут такой, нахуй. Лежит хуйнюшка, нельзя скушать, блядь. Аномалия, сука. Может искупаться в ванне? Блядь, такая приятная ванна, блядь. С зеленой поебенью. Ага, так, мне походу надо использовать, блядь, пару радиоактивных шаров. Чтоб меня не так колбасило, нахуй. Ага, меня уже, блядь, вовсю ебашит. Так, поправим здоровье. Так, а теперь на поиски, блядь, кода. Нет, кодовый замок мы уже нашли, теперь код надо найти. Санитарная зона, посторонний вход воспрещен. Пошел ты нахуй, кто писал, блядь, эту хуйню. Тихо, блядь. Хорош шуршать тут, блядь. Нихуя себе, какая хуйня валяется. Ох, тут, блядь, пиздец. Как тут ебашит-то все? Ох, тут радиации-то не ебаться. Шаровые молнии хуярят, ебать. Вот это я зашел нахуй на огонек. Нихуя себе. Мы не договаривались насчет такого аттракциона-то, блядь. Ага, значит, эта хуйня летает по кругу. Так, ну что? Попробуем, блядь. Так, тихо. Тихо. Ты меня палишь, что ли? Да ну нахуй. Сука, ты не охуела ли? Я выхожу. Ладно, блядь. Блядь. Стопэ, пацаны, нахуй. Ебать. Сука. Тут и посидеть недолго. И постоять. Блядь, мертвяки ничего не дали, нахуй. Кто-то где-то еще огрызается, блядь. А в ящиках наверняка, наверное, нету кода. Смеются, наверное, те, кто проходил это раз 20. Ну, я не шибко задрот такой, блядь, в эту тему, поэтому... Я даже и не был, наверное, здесь. Я вообще, наверное, впервые, блядь. Ну, ящики я все перехуярил. Нихуя себе, у меня не осталось пистолета, да ну нахуй. А какие же у меня там патроны валяются? А нахуй они мне тогда нужны? Вот говно. Ящики я все разъебал. Так, какая-то хуйня. Хуйню какую-то взял. О, пацанчик, блядь. Сука, так у тебя колбаса одна, нахуй. Ты че, блядь? А кот? А где кот? Кот мне он не оставил. Ну ладно, хуй с ним. Так, ну самое главное, я нашел, блядь, одного мудила, нахуй, который... Сам не знает кодов. Хорошо, пойдем дальше, блядь.
Так, ну что? В одной комнате страха мне не очень понравилось. Мы решили пойти в другую. Здесь я уже был, здесь ванна. Ага, блядь, кстати, мне помечено зеленым. Говорят, в ней что-то есть. Точно есть или нет? Эта сука где-то дышит, блядь, неспокойно. Бах, где-то что-то открылось, на. Все что-то движется, движется, блядь. Радиация ебашит, ебашит, нахуй. Ага. Я слишком перегружен, блядь, мужики. Пиздец. Радиация, ну я ебу, вообще пиздец. Так, продолжаем поиски, блядь. Вот здесь вот какая-то хуйня, блядь, несуразная. Попробую, блядь, мимо нее пройти. Отлично. Так, меня ничто не заебашило. А, блядь. Что-то хуячит, хуячит радиация. Я сколько не спасаюсь от радиации, она меня все ебашит, 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 блядь, пиздец. Тут беспредел, нахуй. Так, кое-как от радиации спаслись, нахуй. Что тут у нас еще интересно? Ядерный реактор, блядь, теперь лежит. Нахуй, сука, наверное. Какие-то провода прихуячены, блядь. Ха-ха-ха, жизнь сталкера прям пиздец. Она прям вообще нахуй. Так, мы нашли ящик. Блять, в ящике должен был быть код. Сука. Почему здесь не было кота, нахуй? Где ёбаный код, блять? Ёбаные щитки, нахуй. Ёбаное все. Заебали, суки. Блять. Продолжаем поиски, нахуй. Идут четвертые сутки, нахуй. На улице все хуёво, так же, как и внутри, блять, любого помещения. А что там? Кстати, там граната лежит. Ну, а больше ничего нету. Да я знаю, что, блядь, тут радиация, ебаная туча, может и не приедет. А, блядь, два раза, сука, нажал зачем-то. Ладно, похуй. Так. Выходим отсюда, нахуй. Ага. Здесь еще есть какое-то помещение. Что-то такое, нажмите К. Ага. Опа. Опачки, бомбочки. А тут у нас что? Раздевалка, блядь. Надеюсь, дамская. Хотя хули мне надеяться на то, что дамская. Даже если бы она была и дамская, один хуй мне от этого ни жарко, ни холодно. Сука. Блять, в этой игре нет ни одной бабы, блядь. Чё за хуйня? Хоп-хоп-хоп-хоп. Тоже нет нихуя. Напиток, блядь. Какой-то энергетический напиток, блядь. Опять основанный, наверное, на какой-нибудь кока-коле, на. Опа-на! Мы взяли нормальный комбез, нахуй. Заебательский комбез. Опачки. Вот теперь другое дело, нахуй. Что тут у нас, блядь? Ага, у нас уже, блядь, автомат с подствольником. Что, кстати, тоже не может не радовать. Так что из подствольника можно тебе ебашиться, блядь, нихуёво. Так, что у нас со стволами? Бля, пиздец, у меня перебор, нахуй. Да-да, не удивляйтесь, я рядом с трупом какого-то космонавта, блядь. Я получил у него код. Сука, хорошо, что не собаку. Теперь мне надо отсюда как-то выбираться, блядь. А, блядь, Сзади меня взрываются какие-то вулканические хуйни. О, блядь, бегом отсюда, нахуй. Так, отлично, я получил код доступа, нахуй. Открываем код, блядь. 1, 2, 4, 3, блядь, мне стоило догадаться. Ага, мы открыли эту суку. Мы открыли дверь в преисподнюю. Теперь будем лазить, блять, в аду, нахуй. Хотя, наверное, уже придя в Припять, ты уже попадаешь в ад. Где все горит, все тебя стреляют, все тебя ненавидят, нахуй. Высокое напряжение, опасно для жизни. Пиздец, кто-то я не знал, нахуй. А, блядь! На меня нападают, блядь, какие-то бочки, сука. Охуеть. Ну что ж, остальное прохождение в следующей серии. А пока всем, блядь, скверных сновидений, нахуй, если вы это смотрите на ночь.